Сьогодні утром ти вийшла з свого під'їзду. Як-то странно так пройшла мій знайомого дому, ну, як будто агент спецназу. Потім ще біжала за маршруткою, кричала, що то стой. Даже камінь бросила. Як не стыдно. Бросила. Тому що маршрутка не остановилась. А в маршрутці під номером 13 ти читала щось про чорних котів. Откуда ти все знаєш? Да, гороскоп був прав. Нет. В гороскоп я не верю, а вот то, что ты живешь в соседнем подъезде, то, что мы вышли сегодня в одно и то же время, вот это вот стопудово. Как? Откуда это все? Дело в том, что в маршрутке одна симпатичная девушка забыла свой мобильный телефон. Черт, мой телефон! Почему ты мне его сразу не отдал? Так я же пытался тебе отдать целый день, ты постоянно от меня убегаешь.